Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моему техническому обзору камеры, которую я хотела аж 2 года. Года 2 назад я ее хотела купить, но она была вне наличия, куда бы я ни ткнулась. И тут что-то меня торкнуло, и практически неделю назад, прошлый четверг, ее заказала. Ну да, наверное, так и получается, что неделю назад, какой на сегодня день недели-то хоть? Да, четверг, вот прошлый четверг ее заказала. Хоть не с опозданием, но все-таки привезли. И, как я поняла, это был последний экземпляр вообще на всем сайте DNS, DSN, или как там его звать. И в других местах она тоже была как бы вне наличия. Типа витринный образец, как бы сказали, в связном. Но только в связном его могли поюзать и продать вам бэушным, а в DNS его как бы продали новеньким. Как мне сказал продавец, когда я сегодня забирала свой заказ, что, в общем... Вот она там у них долго лежала, и на ней как бы 2 потертости или что-то в этом роде. И он думал, что я не возьму. Но я ему сказала, говорю, если оно не влияет на работоспособность, нет, говорит, не влияет. Я говорю, просто ее игру очень давно искала, говорю, у вас она, говорю, вообще была последняя, насколько мне известно. Я даже боялась, что мне ее никак не могли доставить, именно потому что она кто-то до меня ее купил. В общем, что у нас тут есть? Да, и я хочу сказать, что я очень много всяких обзоров, видеообзоров, текстовых обзоров пересмотрела перед тем, как выбрать камеру, потому что думала, ну, может быть, это уже, ну, не такая. Вот именно, в принципе, в этой модели несколько разновидностей есть, но мне надо было именно вот примерно то, что я хотела. Может быть, у той 2 года назад были чуть-чуть какие-то другие параметры, может быть, нет, но это, я считаю, оптимальный вариант, и если вы вдруг... Смотрящие меня зрители, подписчики мимо проходящие, решили заняться видеоблогерством, видеоблогингом, снимать видео на YouTube или еще куда-нибудь, то покупайте сразу себе вот такую видеокамеру. В общем, что у нас тут есть? У нас тут дофига всего, не по-русски, хотя нет, вот по-русски есть. Дополнительные аксессуары. Можно купить себе сумочку. Нафига мне эта сумочка? Я ее купила исключительно, чтобы снимать дома. У меня как бы есть фотокамера Sony, но у меня теперь есть видеокамера Sony. И именно в ней есть все, что я хотела когда-либо. Короче, у нас тут можно купить зарядное устройство и как бы подзарядник для аккумулятора. Можно купить более мощный аккумулятор, и его хватит чуть подольше. Я смотрела обзоры, и в принципе действительно его можно купить. Можно даже, насколько я поняла, заказать на каком-нибудь Али, но лучше я закажу где-нибудь в России, потому что моя, мое общение, даже так скажем, с Алиэкспресс за последние года 3, оно как-то очень упало. Заказываешь кота в конкретном мешке, еще не факт, что этот кот приедет к тебе в целости и сохранности. У нас есть на оборотке цифровая... Видеокамера HD, Black, Noir, черный цвет. Видеокамера Sony HDR-CX450. И вот у этой CX у нее есть разновидности. Есть E какая-нибудь на конце, есть B, есть C. Вот тут у нас написано CEL, S, которая как русская, S, E, которая как русская, L, S, L, C, E, L, а L, которая как латинская, L, HDR, CX, можно так сказать, да, CUAC, как угодно. На каком тут языке только нету. Тут даже и японистый есть язык. Не зря Sony японская фирма, и мой товарищ по сканлейту там даже умудрился в свое время поработать на тестах программистом. 450/BC. А C 100 вольт или ватт, 240 вольт или ватт, хз. 1080 или 50i, и сделана она модель апреля 2016 года, 17-18. Да, наверное, та самая модель, которую я хотела, но ее долго не было в наличии, я уже потом забила, думаю, ну ладно, уж так, видать, я уже потом думала, что, может быть, оно мне не надо. Одно время я думала, что мне экшн-камера не надо, потом я поняла, что это такое, ну, что такое экшн-камера, и то, что я думала, оказалось одно и то же. В общем, у меня какой-то год в этом году на технику богатый. Ноутбук, планшет графический, спасибо подписчикам за планшет графический,
Потом этот, ну, камеру-то, на которую я сейчас пишу, мне подарил подписчик, тоже спасибо. Ну, насчет техники у меня там этот. Второй ноутбук я не буду иметь в виду, потому что никогда ничего не покупайте в Связном, Связной скатился. Они со мной поговорили, пообщались я с ними в этом, в личных сообщениях, в ВКонтактике. Я пришла к выводу с их похабного, потребляцкого, неуважительного отношения к потребителю, вообще такое наплевательское, что если ваш ноутбук поюзал продавец, и он у вас через 4 месяца сдох, то значит это нормально. Покупайте лучше в ДНС. У них 2 недели на то, чтобы поюзать камеру, поюзать продукт какой-нибудь, поюзать технику. И вот у этой камеры гарантия 2 года, то бишь 2 года на техническое обслуживание в течение 2 лет. Оно юзабельное. Производитель Sony Corporation. Conan. 171 Conan. Minato Ku. Токио, Япония. Эгегей. Ну, наверное, делал это Китай. Да. Выготовлено в Китае. Сделано, то бишь. В общем, что это у нас? А это у нас вообще прелесть моя. Ну и обратно я вам показываю сейчас вот эту часть. А на эту я поглазею. Наверное, обзор будет в стиле люлин. Ну, я пыталась сделать какой-нибудь супертехнический, такой супер, такой сухой, но это... Ну, сухих обзоров на эту камеру до хрена и больше, ребята. А это Лёля. Лёля такая феерическая личность. В общем, ну, и как я поняла, аккумулятор вот этот, он... Чем больше вот этот аккумулятор сам по себе по питанию, у меня-то, по-моему, тут 50. NP-FV70. Вот этот вот аккумулятор советуется. Я как поняла, что аккумулятор, вот чем больше аккумулятор, тем больше из жопы камеры он вылезает. Тут у нас эта камера, сейчас я почитаю вам. Тут 9,2 мегапикселя на рекординг, на картинку. 60x image zoom. 26,8 миллиметров, потом таймлапс. У меня таймлапс на экшн-камере был. Так вот, что у меня теперь... ладно, эту камеру не буду считать, на которую пишу. Ноутбук, планшетик. Ну ладно, буду считать, потому что планшетик так же, как своего рода камера, как бы подарки подписчиков. Один донат, другой конкретно подарок. Экшн-камера. Вот эта вот камера. Вообще у меня что-то техника одна. А, еще телефон же. Телефон. Эгегей. Что тут у нас? Всякие разные приблуды, Wi-Fi, Full HD 1080p или ИИ. Не очень понимаю ИИ, но я читала про них вот разницу, и в принципе то, что тут в наличии ИИ и ИИ, это типа супер хорошо. Стамина, up to 10 часов батарея life, хз, что она делает в эти 10 часов. Что тут про цвет, потом для Mac оно даже подойдет, но у меня не Mac, у меня Linuxina и Windows 10 Pro. Так, Memory Stick, в общем, тут, слушайте, тут чего только нет. Вот смотрите, я там, может, такая деревня, еще не в курсах, пещерный человек, как бы так вот. Ну, вы можете нажать на паузу и как бы посмотреть. У меня, возможно, легкий тремор. Но как бы он у меня периодически бывает. И я думаю, это не в новинку для постоянных зрителей. А для непостоянных, ну, если вас бомбит от этого. Сочувствую. Что у нас на жопе коробочки? Модель Ачина. Ну, как я посмотрела видос... Алена с Украины, которая мне пару посылок присылала, у нее есть блог, как, насколько мне известно, просто тупо она смотрит там всякие обзоры, и блог, который она сама ведет, вот, по-моему, ну, с кем-то она его ведет, одна с мужем, как-то так, о своих путешествиях. И вот на ее видос на тему Японии техники, в Японии, будучи японцем, ты можешь купить японскую технику, если ты не японец, ты можешь купить только японскую технику, сделанную китайцами. Ну и также телефон, по-моему, там полгода должна быть прописка японская, чтобы ты мог купить себе телефон в Японии, сделанный японцами, чисто с симкой по Японии. Но мне такое еще и говорил наш, не только мне, может быть, и в общую холодилку, может быть, реально только мне наш товарищ по Сканлейту, который там обитает в этой Японии,
Так что вполне нормально. Вообще, моя одноклассница года два назад еще мне втирала, что про японцев и одежду, точнее, китайцев и одежду. Китайцы могут делать хреновую одежду для какой-нибудь дешевой фирмы и могут делать дорогую одежду для какой-нибудь дорогой фирмы. Допустим, Bonprix, я в свое время заказывала себе куртку, и в подарок приходила якобы кожаная сумочка. Оба сделаны были продукты в Китае. Хотя было написано «Германия», «Эгегей». Так, тут у нас исключительно все на инглиш, франце, вообще на каком только языке не есть. Но я надеюсь, что там инструкция по применению есть. Вот. Я как бы понимаю, о чем там говорят, но мы же все-таки в Рашке живем. В общем, я так поняла, они боялись, что я не возьму эту коробочку. Да, я, кстати, забыл сказать, 16 999 рублей. Грубо говоря, 17 тысяч без рубля. У меня ноутбук Lenovo был 17 тысяч без рубля. И вот этот вот товарищ тоже 17 тысяч без рубля. Да. Открываем крышечку. Я хотела сначала ее поюзать перед тем, как сделать обзор, а потом уже обозреть. А потом думаю, ну, наверное, удобнее будет вот такую как-то не изменять себе, скажем так. Что тут у нас? А тут у нас, слушайте, я забыла, что она настолько крутая. Не, конечно, может кто-то считает, что она не крутая, но я считаю, что в своем ценовом сегменте и вообще вот во всех вот этих параметрах, именно как любительская видеокамера, я считаю себя любителем, да. Считаю себя любителем. Она оптимальный вариант. Мне не нужна вот эта профессиональная фигня, с которой приходят с телевидения Углич на какое-нибудь библиотечное мероприятие. Я хочу снимать тупо видео, продолжать снимать видео для канала своего, потому что мне это нравится. Семейка видеоблогеров, я сегодня моей тете объясняю, говорю, ну, вообще я купила, она говорит, что это, говорит, у тебя же вроде была видеокамера, говорю, у меня была фотокамера. Говорю, это видеокамера, она говорит, можешь снимать видео, да, говорю, и видео, и фотки. Но, говорю, как бы я снимала, я, говорю, покупала исключительно его для YouTube, говорю, да, для YouTube, сама себе призналась, вообще призналась людям кому-то там, да, я так раскрепощаюсь. Никто над душой не стоит, все плохие друзья отвалились. А кто еще плохой друг вдруг остался, тоже, надеюсь, отвалится. Если такие еще остались, не отвалившиеся. Ну и, короче, она мне так, я говорит, вот, говорит, там, тетя моя, не будем говорить там имя, да, значит, ну там, тетя, ее сестра моя тетя, значит, она, тетя, ездила туда-то, и она тоже сняла фильм такой, я думаю, блин, семейка видеоблогеров. Я говорю, честно, признаюсь, покупала для Ютуба. Говорю, но мне, говорю, нравится снимать. Она говорит, да хорошо. Ну, и я решила, что мечты должны сбываться. Вот моя мечта сбылась, хрен ли. Причем сама к ней приложила все ручки и ножки. Тут опять уже у нас на каком угодно языке, по-моему, даже и на франце, ну, судя по тому, что я тут вижу, тут, наверное, может быть еще какой-нибудь финский. По-русски на Бельмеса, но если вы в картинке понимаете, то вы все поймете. Так вот, есть у нее USB-шнурочек, который прячется в карманчик, и через этот USB-шнурочек ты можешь, да, ты, именно ты, вы можете, я могу, человек может подключить камеру к компу через порт USB 2.0, кажется, или там к ноутбуку, и скидывать фотки, видео, либо заряжать, я подозреваю, потому что даже если этого товарища подключить через микро-USB по USB к компу или ноуту, то оно всегда предлагает кучу всяких приблуд. Он даже, кстати, может быть CD-ромом внезапно. Но, по-моему, CD-ром он только на винде это выдает. Хотя, может быть, и на Linux'е я как-то не обращала особо внимания. Ну, короче, может не только зарядку жрать через комп или ноут. Типа ноут, стоит ноут, в сеть не воткнутый. Ноут поделись аккумулятором, а? Но еще и передавать всякие файлы. Так, мы открываем. И что мы тут видим? Наверное, надо было снимать на Соньку на штатив. Но что-то я такая обленившаяся. Мне монтировать совершенно лень. Хотя у меня есть шикарная MOV, которая должна в октябре обновиться. И мне должны скинуть ключ на нее. Потому что семнашка ни хрена особо нормально не пашет. То бишь не сохраняет так, как надо. Несмотря на все прыжки с бубном новосибирских программистов. Да-да, кто не в курсе, MOV, новосибирская российская программа. В общем, тут у нас вот такая вот бумажка. Без бумажки мы букашка. И на бумажке на другой стороне есть картинка по-русски. Ой,
Фокусируйся, камера. Надеюсь, сфокусировалась. У меня тупо отсюда я не вижу. Видно там или нет. Но если не сфокусируюсь, я вам сейчас прочитаю. Тут есть финский. Тут, слушайте, кого тут только нет. Ну, что у нас тут? Sony и их логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation. Ну и по-русски зарегистрируйте приобретенный продукт онлайн по адресу www.sony.eu/ или типа того MySony. Надо будет потом зайти на MySony. И получите следующее преимущество, двоеточие. Оповещение об обновлениях продуктов и программ. Пропуск забыли после и перед программ. Ну да, простим мы им это. Расширенная поддержка. Тоже пропуск забыли. Везде ли забыли? Да, только в Рашке забыли. Ну ладно. Может, это вручную переводили и печатали специально для Рашки. Приоритетное уведомление о новых учебных материалах по продуктам. Приглашение оставить отзыв о продукте на нашем сайте. Большое вам спасибо. Обязательно зарегистрируюсь. Надеюсь, вы, в отличие от Wacom, он buy чего-то там, buy он для России функционируете. Потому что я пыталась зарегиться на Wacom buy on. Все есть, кроме России, Украина, блин, есть. России ни хрена нет. Может, они там какие-то эти долбанные санкции включили в свое время этот Wacom. Вспомнила. Так. Это не. Это ва. Так. Вам. Ко. Забыла, как там мы там. Там вообще это было на этой самой, значит, да. Значит. Ва. Ко. Му. А товарищ мне вообще писал, как бы, один, который сейчас меня хейтит на носиках. И в черном списке я смс-ки нашла. Ну, типа, я, наверное, ку-ку. А он, наверное, гей. Короче, учил меня человек, которому раз пять объясняли, что конничива, а не конячаева или еще как-то. Ну, хрен с ним. Благословит его удон. И приветствует его рамен. Во имя яйца и сыра и свиного уха пельмень. Отсылки двум людям, ладно. Кто не понял, ничего страшного. Ну и, короче говоря, как бы, если вы считаете, что я неправильно произношу Wacom, не надо мне писать, что это произносится Вакаме с буквой Му на конце. Со словом Му. Что-то меня сегодня несет, наверное, потому что, вот, слушайте, я когда ее забрала, я такая довольная была. Я зашла вот так-так. Зашла в магазин у Атака, вышла на остановку и улыбилась, как дурак всегда счастлив. 17 тысяч отдала, дурак. Ну, короче, тут тоже нам объясняется, как бы на всяких разных языках. Зайди на этот сайт, зарегся, скачай чего-нибудь, если вдруг тебе что-то надо, и будет тебе счастье. Так, я там ничего не закрываю своими пальчиками. Самый обзорная работа, такой длинный дофига. Ну, я не все обзоры до конца смотрела. У некоторых настолько унылая, что понимаешь, что не осилишь. А у некоторых смотришь, и ощущение, что человек с камерой вообще не знаком. Че он об этом говорит? В общем, че тут у нас есть такая книжечка. На жопке книжечки написано «Производитель Sony Corporation». 171 Конан, Минато Ку, Токио 108-0075, Япония, страна, производитель Китай, импортер на территории стран таможенного союза АО Sony Electronics, ну и бла-бла-бла-бла-бла. Дополнительная информация по данному изделию и ответы на часто задаваемые вопросы могут быть найдены на нашем веб-сайте поддержки покупателей. И на украинском еще также. Не увольте украинский, я читать не буду. http://www.sony.net/. 2016 год. Действительно, два года, наверное, у них лежала. Эта камера ждала меня. Камера, где ты была два года назад? Почему на всех сайтах ты была вне наличия? Может, тогда это... Хотя да,
Нет, это не та модель. Тут-то модель я хотела, та похожая модель была, потому что фотик-цуньку я покупала где-то в январе-феврале, а это апрельская. Значит, да, мы с ней хотели друг друга встретить в реале и наконец-то встретились. Любовь по интернету произошла в реале. Цифровая видеокамера HD, справочное руководство, интернет-руководство. Обращайтесь к документу справочное руководство для получения подробных инструкций по многим функциям видеокамеры на хохлятском. Руководство по эксплуатации. Товарищи украинцы, если вы меня смотрите, не обижайтесь, пожалуйста, что вас на хохлятском назвала. Вы можете обозвать Рашку Рашкой. Ну, тут меры предосторожности. Прочтите перед началом эксплуатации. Не устанавливайте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например, вазы. Слушайте, какой дебил на видеокамеру жидкость может поставить? Только такой человек, которому на очень сильно плевать на свое техустройство. Ну, я не знаю, как вы, у меня всегда было такое нежное, трепетное отношение к камере, иногда с близними людьми ругала, конфликтовала, если как-то они с моими любимыми техническими средствами не очень хорошо обращались, особенно без моего ведома. Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Ну, правильно, это вам не экшн-камера в супер непроницаемом боксике от Magic Vice чего-то там. Так, блок батарейки. Неправильное обращение с батарейным блоком может стать причиной его взрыва, возгорания, а также химических ожогов. Соблюдайте следующие меры предосторожности. У меня такое ощущение, что вот это все писалось после того, как какой-нибудь особо умный человек поставил вазу с водой на камеру. Слушайте, какая там ваза должна быть с водой? Она же это. Короче, очень такая приличная инструкция по применению записи. Вот даже есть содержание. Да, я вам не показала ту страничку, я там про эту вазу было написано. Подготовка к работе, запись воспроизведения, сохранение изображений, индивидуальная настройка видеокамеры, использовательское меню, прочие меры предосторожности, бла-бла-бла. Прилагаемые компоненты, видеокамера, адаптер переменного тока, кабель для USB подключения. Кабель для USB подключения предназначен только для использования с этой видеокамерой. Не используйте этот кабель, если длины встроенного USB кабеля. А, используйте от камеры, если кабеля недостаточно для подключения. Ну, короче, удлиняющий кабель. Потом кабель HDMI 1, без понятия для чего он, вроде для телевизора или что-то в этом роде. Аккумуляторная батарея NPFV 50, вот как раз вот 50 родная, а 70 это чуть побольше. Насколько я помню, там, по-моему, 2 с лишним часа вот этот аккумулятора хватает, и 4 часа того, который на 70. Руководство по эксплуатации. Вот так руководство я нашла. Что тут у нас предлагаемый компонент, зарядное устройство, включение питания, это подготовка к работе, запись, воспроизведение, просмотр изображения с увеличением, сохранение изображения, импорт изображений на компьютер, сохраняйте изображение на внешний носитель. Использование функции Wi-Fi. То бишь я засняла что-нибудь и сразу могу по Wi-Fi закинуть на какой-нибудь там комп или канал или как-то так. Но это не та самая фигня, которую что типа записываешь на устройство и сразу тупо стримишь. Это надо какой-то, подозреваю, супер крутой планшет. Но это уже вопросы к тем, кто хочет, чтобы я стримила с кухни. Организовывайте, если хотите. В общем, откройте ЖК монитор и нажмите на кнопку «Просмотр изображения на видеокамере для перехода в режим воспроизведения». Слушайте, тут такая дотошная, полноценная инструкция. Я уж не буду ее всю вам читать, но тут всего вообще дофига, можно даже с телефоном ее соединить. И, по-моему, там на телефон можно представить приложение и через установить приложение на телефон, на ведро или типа того, и через него управлять этой прелестной штучкой. Так, Sony, информационный документ, в переводе на русский. Вот оно. Тут кверх ногами. Она, видимо, раскрывается, потому что я перевернула и поняла, что у меня кверх ногами. И Латвия-то тут, и Литва, и Англия, и немецкий,
греческий, походу, и французский, и суоми, и испаньол, и болгарский. Кого тут только нет? Польский, славянский, славянско-славянский, романа, шведско. Суппорт Sony в Европе. Короче, это вкладочка для тех, кто не Россия. Нам она как бы роли не сыграет. Так. А теперь я думаю, как достать эту бумажку? А это и не бумажка. То бишь бумажка, но она как бы коробочка. Кто, интересно, затеселит этот ролик до конца? Тот очень любит Лёлю и ее творчество. Так, у нас тут по поводу мака соединение. Еще чего-то. Финал Куд про Иксон Марк. Это вообще на каком языке? А, это французский. Читаю. Я хоть, видимо, так и читала, как надо. А то ведь я могу. И тут у нас... Та-дам! Наше счастье. Сначала я достану проводочек. Это у нас проводочек, если вдруг мне приспичит соединить, наверное, с телевизором. Но у меня телевизора нема, никакого. Я тут думала, как-то в ДНС гуляла, смотрю это, ну, вообще, когда смотрела насчет камеры, есть ли у них какие-нибудь видеокамеры с возможностью подключения внешнего микрофона. Внешний микрофон, отсылка к предыдущему ролику. Совершенно в другом плейлисте, плейлист, по-моему, обзоров еды. Ну да, я понимаю, что это не еда совершенно, но вот оно в том ролике было. И думала купить себе телевизор, думала, нахрена мне этот телевизор, у меня такой шикарный Acer девятнашка, мне этой девятнашки за глаза и уши хватает, я даже последние, наверное, полгода браузер делаю на 2/3 мониторчика, потому что большой, мне кажется, большим, а я люблю, гамен на сай. Я подумала, нафиг мне, у меня уже есть плоский мониторчик хороший, он у меня уже сколько, 10 лет с хвостиком живет. Ему отлично, и мне тоже. Это у нас, если вдруг мне приспичило зарядиться от сети, а ноута с собой или компа нету. Полуудлинялка. А с другой стороны, сюда можно воткнуть проводочек, который у нас внутри камеры, в кармашке. И если мне не хватает, как там написано, проводочка, то через этот удлинитель воткнуть его в комп. И будет мне счастье. Слушайте, такая отличная, хорошая комплектация вообще. Превосходная комплектация. Вот. Тут мне сейчас показалось, что я тут показываю, даже не смотрю, куда я показываю. А под низом у нас какая-то бумажка. Без бумажки мы, конечно же, букашка. Это потому, что у нас это гарантийный талон. Правда, он как-то тут гарантийный талон. И потерялась. Может, они на хухрятском писали еще каком-нибудь, типа русские, ну, вот эти братья наши по России, белорусы там или еще какие-нибудь русы. Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку изделия марки Sony. На ваше изделие распространяется гарантия в соответствии с приведенными в настоящем талоне условиями, предоставляемая компанией ЗАО Sony Electronics, далее Sony, областью действия данной гарантии является территория стран Таможенного союза Россия, Казахстан, Белоруссия. Видимо, это было на... А вот, да, гарантийный талон сверху было. Значит, наверное, это было на этом, на белорусском. Белорусский я как-то не бельмесов. Ну и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Для подтверждения ваших законных прав рекомендуем сохранить кассовый чек или иной документ, удостоверяющий факт покупки изделия. Как мне сказали, у меня электронный чек на мыле, а другой чек они мне выдали. Ну и тут, короче, всякие такие приблуды. Чё, где, куда, как. Видео, камеры 2 года. Срок службы 7 лет, срок гарантии 2 года. Ну и места в России, куда я могу при желании позвонить, если мне приспичит. Даже вот что-то Тюмень мне тут в глаза бросилось. Если у меня какая-то родня в Тюмени, не какая-то конкретная, ну, я в Тюмени до сих пор еще не была. И, ой, есть Лёлька из Тюмени, которая меня смотрит и иногда присылает мне подарочки. А еще есть, как-то, Дина из Тюмени, которая тоже одна из первых, кто мне в свое время присылал этот подарочек. Я не знаю, смотрит она меня сейчас или нет. Так, как-то я сложила, теперь обратно сложить не могу. Вот так, наверное. Ладно.
того же. Сейчас я засуну. И да. А вот нифига я ее не достала. Вот так. А это у нас само зарядное устройство с USB-шкой. Если мне приспичит, как я уже говорила, зарядить от сети, потому что не будет рядом компа и ноута, или они тупо будут вырублены. Ну, короче, в общем. Отличный вариант вообще. Потому что, допустим, у экшн-камеры был проводочек чисто, кажется, только от компа зарядится. А переходничок, вот такую штучку, я уже использовала от телефона. Отличная комплектация. И дальше у нас идет наша малышка. Вот в таком пакетике. Бумажковом. Коробочку надо будет убрать подальше от живодюги, которая у меня тут любит коробочки погрызти. И документы я пока сюда все запихаю. Ну и что, что это витринный экземпляр, или она там лежала у них долго-долго. Зато я наконец-то ее себе приобрела. Точнее, наконец-то я нашла в наличии. Так, вот. Вот оно у нас. Конечно, какая-нибудь хлорка и насики или еще кто-нибудь будут вопить, что надо было вернуть обратно. Ты ее купила с этой там, с какой-то, сейчас найду, что тут вообще. Покоцанная, ну... Тут какая-то якобы, я даже не знаю, как это назвать, будет ли видно это в нашу камеру. Короче, скажу, где. Под HD, AVC, HD, прогрессив, HZ, какая-то черточка. Вот если бы они мне не сказали, что там эта черточка, я бы нахрен ее и не заметила. Sony, HDR-CX 450 9,2 мегапикселей. Я еще загонялась на тифретнике, еще попрошала, ну типа вот разница, говорю, 9 там мегапикселей, ну у кого-то много мегапикселей на фотике на каком-то, чем больше мегапикселей просто на фотокамере, тем круче вот эти четкие фотки и видео, а на камерах чуть ли не 2 мегапикселя бывает. И мне пишут, что как бы это, если сама машинка дофига навороченная, то эти пиксели в видеокамере роль совершенно не играют. В общем, вот у нас тут дырка для штативчика. Если на эту штучку нажать, то у нас вылетит птичка. На самом деле, в общем, можно достать эту самую хренотень. Так. Ладно, я пока не буду ее доставать, почитаю инструкцию. Короче, вот здесь, по-моему, чтобы на нее нажать, вылетит вот эта хренотень. Это вот у нас вот такая жопка аккумулятора. И про что я говорила, чем больше аккумулятор, тем больше он выпирает. Это у нас старт-стоп, вот эта клавиша. Вот здесь у нас в кармашке, да, вот за эту можно держать. Здесь у нас в кармашке очень удобная штучка, кстати, за которую можно держать маленький проводочек. Ну да, конечно, он до хрена маленький. Но слушайте, с другой стороны, он сюда вот прячется, он прямо в ней. Не надо никакую приблуду с собой таскать. Уж к ноуту туда всяко можно подключить. Тут у нас какая-то типа веревочку, наверное, можно ставить какую-нибудь. Или типа того. Ручка. Так. Тут у нас удаление, приближение, вот эта клавиша. В чем разновидность? У некоторых вот этих вот еще есть такая фигня, что отсобачиваешь, и сюда можно присундучить башмак. Это у нас кнопочка, чтобы сделать фото. Так, теперь, сейчас я вам ее покажу. Вот. Со всех сторон. И вот она включилась. Слушайте, какая она шикарная. В магазине я ее, конечно, смотрела, но как-то это... Тут зарядки осталось на совсем чуть-чуть, человек в движении. Блин, оно даже показывает этот, как вот я сейчас пишу на экшен, и там вот эти вот бегут. Сейчас я покажу, какие там бегут. Где оно там? Ну, короче, там бегут вот это зеленое, красное, желтое. И тут точно так же зеленое, красное, желтое, оно меня выдает вот этим квадратиком. Говорит, что оно уже разряжается нахрен. Ух ты, я вижу саму себя. И да, вот эта вот хреновина у нас
По-моему, она должна как-то крутиться вокруг своей оси. Если я ничего не путаю, я потом инструкцию по применению гляну. Тут у нас можно включить, выключить play. Это чтобы посмотреть то, что записалось. А допустим, дырка под микрофон и под наушники. У меня, кстати, есть вот как раз наушники с микрофоном, свеновские, на что... Наверное, свен тогда еще были хорошие, потому что нормальные отличные наушники. И дырочка у нас под этот самый... Как ее там? А, вот она. Чтобы зарядиться. Если, допустим, через... А, да, вот эта дырочка, короче, чтобы, ну, захотела я к телевизору это подключить и на телеке посмотреть, то вот там вот это как раз дырочка. И вставить на нашу эту микросимку, которая вот у меня тут куплена. Так, ну и чего? Вроде как более-менее я все тут вам обозрела. Надо будет ее сейчас поставить заряжаться. Тут у нас макро выдает. Да, кстати, по-моему, мониторчик у нас сенсорный, если я ничего не путаю. Меню. О, слушайте, оно булькнуло. Да, вот меню и пальчиком тут камера, микрофон, количество изображений, размер, беспроводная связь, видимо, к кому-то там. Установка, редактирование, копировать. Функционал воспроизведения, режим фотосъемки. Чего тут только нету. В общем, я считаю, что это отличная вообще вещь. И еще фишка тут в чем? Тут как бы... Давай, чувак. Микрофон у нас есть внизу. И вот здесь сбоку. Вот это все, это у нас микрофон. White Sony. Может, конечно, я не особо такой шикарный обзор свояла, но... Какой есть. Так, может сейчас... Там, конечно, ни на что сейчас не запишешь, но... Вставьте карту памяти. Хорошо, вставим. В общем, вот такая у меня покупка. Мечта прям Лёле сбылась. Всем спасибо за просмотр. И всем до новых встреч. И сбычи ваших мечт. Прикладывайте условия, руки, короче, ноги. Гамбары, товарищи. Пусть у вас сбываются ваши мечты. Всем пока.